це серійство дійсно ці повітря розключили, я прийшов до чесних слава. Як у Твоє царство і сили, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині прісно, і во віки віков. А сколько у нас есть? Пресвященнейший Владыка, помолись на грешных и благослови. На полу сил, взвели на горе слово, и
воскресенный, очистено от всякой скверны, и спаси блажды души наши. Слава вышли Богу на земле, мир человецам благоволение. Слава вышли Богу на земле, мир человецам благоволение. Господи, снимай от верующих, и уста моя возвести от Бога. Время сотворите, Господи, преосвященнейший Владыка благослови. Благослови Бог наш, всегда ныне и присно во веки. Молись о нас, и управит Господь Слугу. Царство Отца и Сына и Святаго Духа ныне и присно и во веки веков. Слава Господу, Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.
поклонений. Благослови Преосвященнейший Владыка, святый вход. Благословен вход святых твоих, всегда на ним ты и с моей Владыки веков. Аминь. Премудро проси. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
наших священников, священном монахе и всем во Христе, братья наши. Господу помолимся. Не будет ли это междоусобной брань, украдить, утолить кровопролитие, пройти на лежащие беды, лишенные крови в виде глом, а учище напитай плачущие утеши, разделенные совокупии, не остави стадо свое от сроди своей, о злобе несущих умалитеся, но скорое примирение это щедр дар, ожесточенных сердца умягчи, и к моему познанию обрати, мир церкви ты верным чадом, где я подашь, в едином сердце, в едином мусте прославим Тебя, Господа и Спасителя нашего, во веки веков. Аминь. Еще молимся о покоении душ усопших рабов Божиих, прежде отшедших, братья прихожих, святого храма сего, и вы просите
от нас врага и супостат. Умили нашу жизнь, Господи, помилуй нас, имей помощь. И спаси души наши, яку благ и человеку любит. Возьмите в эти ваши тихие и благословите, Господи, священное дерево Твое. Аминь, Бог, во Царстве с вами всегда, да, и спрятите веку. Умили, возьмите руки ваши, святая, благословите, Господи, священство Твое. От безбожных властей убиенные, да поминет Господь Бог во Царстве Своем, всегда ныне и присно и во веки веков. Преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, весь священнический, монашеский, иноческий чин, весь причет церковь. Господь с вами. Помолимся.
Якого человека любит Бог, да прием я в святые преднебесные и мысленный зложенник, воню благоухание духовного, вознеспосит нам божественную благодать и дар святого Духа, помолимся. Избавитесь нам от всяких скорби, гнева и нужды, Господу помолимся. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью. Дни всего совершенно свято, мирно и безгрешно у Господа просим. Благословен Иси, со пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Святая, святым. Разделяем, всегда виновны, никогда же сделаем. У причащающихся освящаем. Господь, святый потир, исполнил. Человек. И вот и получается, что таких чудес в жизни Иоанна Крестителя множество, великое множество. Его жизнь сплошное чудо. Сам Господь Иисус Христос его назвал величайшим из пророков, или, как сегодня мы с вами слышали в Священном Писании, любой меньший в Царстве Небесном больше величия, чем Иоанн Креститель, хотя, казалось бы, величайший пророк. И вот можем вспомнить еще предание священное, когда честная глава Иоанн Креститель был обезглавлен, и честная его голова была принесена на блюде и радиаде, то в Священном Писании этого нет, но предание повествует, что голова еще раз, Иоанн Креститель, его голова еще раз сказала: «Не должно тебе иметь царю Ироду жену брата твоего Филиппа». А в порыве злости и злобы, казалось бы, чудо происходит, а один человек на чудо реагирует тем, что укрепляется в вере, а другой еще больше злится. И мы помним, что как иголками за эти слова еще и еще раз тыкала Иродиада язык Иоанна Крестителя. Жуткие вещи вообще. Ну вот для нас с вами все-таки чудо должно помогать нам проходить путь своего спасения. И таких чудес в жизни простого человека, не только святого пророка, тоже много. И так получается в нашей жизни, что мы даже начинаем привыкать к чудесам. Для нас кажется это нормально. Когда ты попросил у Господа Бога того или иного, и Господь тебе дал, и это нормально. И это хорошо, что Господь дает, откликается на наши молитвы. И даже нам порой кажется, когда мы молимся, а Господь не дает, что-то странно. Всегда давал, всегда на просимое отвечал. Вот. Но в эти моменты Господь испытывает нашу крепость. Знаете, когда пострижение в монашестве происходит, там ножницы подает постригаемый, а тот, который постригает в монашество, опять бросает, и так трижды. Трижды бросает на землю ножницы, а нужно опять подать. Достаточно ли у тебя решимости? Достаточно ли у тебя твердости к тому, что ты хочешь избрать какой путь в твоей жизни? И вот меня глубоко тронули стихи советского поэта, скажем так, советской эпохи, эпохи КПСС, казалось бы, но он был... как говорится, крови дворянской. Отец его был белым офицером, а впоследствии, когда произошла революция, перешел на сторону красных. Но вот это в крови жилка мудрости, философии, духовности все-таки в нем осталось. Не привыкайте к чудесам.
Дивитесь им, дивитесь. Не привыкайте к небесам. Глазами к ним тянитесь. Приглядывайтесь к облакам, прислушивайтесь к птицам. Прикладывайтесь к родникам, ничто не повторится. За мигом миг, за шагом шаг. Впадайте в изумление. Все будет так, и все не так, через одно мгновение. Вот это мгновение, которое сегодня совершается в храме архистратига Божия Михаила, действительно, это мгновение для нас. Но будем это ценить. Это очень важно, что совершилось богослужение в храме, что оно совершается, и храм Божий восстанавливается. Сохрани вас всех, Господь, многое и благое лето. Аминь. Страхом Божиим и верою приступите. И в жизнь вечную. Аминь. И в жизнь вечную. Аминь. Вечери Твои тайные днес. Вечери Твои тайные днес. Сыне Божий, причастниками прими. Сыне Божий, причастниками прими. Небо врагом Твоим тайно поверь. Не лобзаните нам, як и Иуда. Не лобзаните нам, як и Иуда. Но як разбойник исповедую Тебя. Но як разбойник исповедую Тебя. Помяни меня, Господи, во Царстве Твоем. Помяни меня, Господи, во Царстве Твоем. Да не в суд или во осуждение. Да не в суд или во осуждение. Будет мне причащение. Очищается раб Божий. Тыся освящение наше, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. С миром изыди. Благословляй, благословящий Тебя, Господи, освящай на Тебя уповающие, спаси люди Твоя и благослови достояние Твое, исполнение Церкви Твоей, освяти усветилющие благолепие Дома Твоего, Ты тех во прославе божественное Твоей силою, и не остави нас уповающих на Тебя, мир мирове Твоему дару, Церквам Твоим, священникам воинству и всем людям Твоим, яко всякое даяние благое, всегда совершенствуешь и есть, ходяя Тебе за свету, Высокопреосвященнейшем митрополите Германии и о Господине нашем Преосвященнейшем Иисусе и во Христе, братья наши. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся о богохранимой стране нашей, властях и воинствия, да тихо безмолвно житие поживет во всяком благочестии и чистоте. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся, о еже ко славе Божией благополучно, беспрепятственно и скоро воссоздатеся на месте сем храму архистратига Божия Михаила. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся за все братья и за вся христианы. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще
еще молимся от Дитерь Святого Храма Сего, рабе Божьем Кирилле, о Божественной покрове, здравии, спасении, благопоспешении в делах и многолетии жития Его. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Услышали, Боже, Спасителю нашу, пование всех концов земли, сущих в море залечен, и милости к милости будем, Владыко, грехах наших, и помилуй ны. Милости Бой, человеколюбив Бог, если Тебе славу посылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Леонидовича, который приехал с Новгорода, с Великого, вот. У него есть опыт восстановления старинных храмов, что взяли за это дело. Вот. И несмотря на вот это испытание, которое они подверглись, этот храм совсем недавно, слава Богу, что вы не опустили руки, а продолжаете именно с такой, с Божьей веселостью, весельем, радостью, именно с Божественной. Веселость бывает разная, веселость бывает от греха, а бывает, как веселился пророк Давид и танцевал перед ковчегом Завета. Он танцевал от радости. Он выражал свою так веру. Что бы это плохого? Ничего. Поэтому есть некая веселость и в нашей вере, когда мы с радостью начинаем, преодолеваем эти испытания. Вот мы сегодня празднуем память святого пророка Божия Иоанна Крестителя. Вообще этот храм замечательный. Именно имеет два таких престола. Святаго архистратига Божия Михаила и святаго пророка Божия Иоанна Крестителя, который тоже уподобился ангельской жизни. Он тоже был такой, как ангел. У него было ангельское служение. И вот апостол Павел в сегодняшнем послании к Коринфянам говорит о таких служителях, которые бесстрашно именно несут это служение. Он также намекает это на себя, говорит, что мы то, что нам доверено, носим в глиняных сосудах. Мы понимаем, что такое глиняные сосуды. Они могут в любой момент разрушиться. Их вот ударишь, а он глина же разрушилась. А мы это сокровище вносим в глиняных сосудах. Почему нам Господь дал такое? Для того, чтобы мы понимали, что мы не мы это делаем, а это делается благодаря силе Божией, которая в нас, нам дана. И мы это сокровище бережем. Несмотря на то, что мы подвергаемся испытаниям и порой смертной опасности, которой апостол Павел тогда очень часто подвергался, мы несем это служение с радостью. И вот я вам тоже именно желаю, чтобы вы свое служение, свою христианскую жизнь несли с радостью, чтобы вы были солнышками, по словам святого праведного Алексея Мечева, для других людей, как и священство, так и вы, которые здесь стоите. Он очень хорошие слова сказал. Главное, чтобы с вами было легко, чтобы не ты требуешь, чтобы с ними было легко, а чтобы с тобой было легко другим людям. Это о чем говорит? Это говорит о великом служении христианском. А что тут человек именно служение? Почему христианское служение? Потому что мы должны служить. А служить кому? Богу и ближнему. Не себе, а прежде всего Богу и ближнему. Вот этого я вам желаю. И за молитву святого пророка Иоанна Предтечи, Крестителя Господь Иоанна, архистратига Божия Михаила и прочих всех небесных сил бесплотных, я желаю, чтобы этот храм скорейше восстановился в прежнем благолепии, и чтобы мы уже следующее богослужение совершали уже, конечно, в более восстановленном храме, я этого желаю, да. И чтобы эта радость, которую вам дает Господь сейчас, она от вас никуда никогда не уходила. С праздником вас всех! Спасибо!